К утру 6 апреля новых случаев заражения вирусом COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано. Число заразившихся коронавирусом в Крыму выросло до 20 человек. О двух новых случаях стало известно 5 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике. Новые заразившиеся крымчане подхватили коронавирус от родственника, недавно вернувшегося из Москвы. В России коронавирусом заражены 5389 человек. За сутки 658 новых случаев в нашей стране. Выздоровели 355 человек. Количество заражений коронавирусом в мире за сутки составило 82 061 человек. Такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения. Общее количество заразившихся достигло 1 миллиона 136 тысяч человек. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 208 странах. Наибольшее число случаев подтверждено в США – 273 тысячи, Испании – 125 тысяч и Италии – 124 тысячи человек.